10 игроков национальной сборной уехали. Но остались группы ребят, которые играют в матче чемпионата. Для них нужна работа. И работа достаточно напряженная. Взяли на этот сбор 8 игроков из молодежи, из Казанки. Я думаю, что это для них будет очень полезно, во-первых. И нам посмотреть, как они растут, и какой есть прогресс у них или его нет. Поэтому это очень хорошая информация. На этом заборе сыграем одну товарищескую группу, которую молодежь сыграет, и те ребята, которые претендуют в стартовый состав.